Приветствую вас, друзья. Вот такая у нас погода пошла. Впервые за месяц пошел дождь. Ну что ж, мы этому только радуемся, в принципе, с одной стороны. Вот, с другой стороны, надо собрать рамки, как ни крути, вот с этой семьи. Ну, сейчас будем работать под зонтиком. Все по плану. Все нормально. Пчеловод выходного дня сталкивается со многими проблемами. Сейчас посмотрим. Они, по идее, нанесли немножко. Здесь я оставлял рамки, были не печатные. Не печатные. Они уже запечатаны. Вот мы и заберем. Ну вот такая вот печаточка есть. То есть, в принципе, чего еще ждать? Ее и возьмем. Как я говорил, сезон в этом году провальный, ужасный. Основная причина, конечно же, все-таки это погода, потому что дождей нет, все сухо, нектар. Ну, вот тоже вот такая вот рамочка. Нектар цветы не выделяют, поэтому вот такой вот результат. Если кто-то удивится, скажет, да как такое может быть, лето-то дождливое и прочее. Ну, друзья, вы знаете, у меня он в 30 километрах, по-моему, даже меньше, километров 20, знакомый живет. Так он говорит, господи, дожди задолбали, просто льют и льют. Вот вам и результат. 20 километров разница, погода просто отличается как день и ночь. А у меня сухо. У меня, как обычно, сухо. Ну, вот тоже такая вот рамочка. Ну, вот это еще оставлю. Во-первых, я не знаю, что, если честно, у них в гнезде, потому что матки сеют очень хорошо. Там это вроде как бакфаст даже, помесь на помеси. То есть матки сеют хорошо, везде много расплода. Ну, все убирать не буду, оставлю пока две рамки, потом спустя пару дней приеду, заберу их, ну и поставлю, собственно говоря, сироп. Хотя есть надежда, что вот землю промочат и все-таки взяток какой-никакой будет. Золотарник цветет вообще по полной программе. И, в принципе, они себе немного наносят. Но закармливать я буду все равно. Я делаю это всегда, постоянно. И этот год не исключение. Так, ну вот оставлю две рамки. Значит, и пойду дальше. Ну, собственно говоря, и все. Друзья, как я и говорил, оставил 5 рамок. Печатки не было на них вообще, но 3, в принципе, запечатали. Да? Есть еще 2 семьи, где можно посмотреть, но это уже все потом. Так что такие вот дела. Всем удачи, пока-пока.
Напишите, как у вас со взятком в этом году, как у вас что было. У меня полный ноль. Все, друзья, пока-пока.